Добрый день, наши уважаемые покупатели магазина «Олимпия», город Екатеринбург, опять с вами. Мы получили новую долгожданную коллекцию, которая, в общем-то, я думаю, что порадует вас. Наступили холода, а эта дубленка предназначена прям зима-зима. Выполнена из шкуры мериноса в шикарнейшем качестве и в разных оттенках. Она будет представлена вот в таком вот оранжевом цвете. Дальше. Очень красивый оливковый цвет. На самом деле очень красивый. Это новая коллекция, которую уже ждали и были на листах ожиданий. И вот такой вот цвет кашемир. Кашемир — это новый цвет, он еще не работает. Длина изделия в данном случае идет 1,25 м, 1,30 м. Это зависит от длины изделия. Сейчас я промеряю маркировку 48-50. На самом деле они идут такие вот, прямо размер в размер, я бы сказала, но все равно всегда для вас нужны объем груди, для нас, вернее, объем груди, бедер и вашу ростовку. Сырье мериноса — это на сегодня одно из востребованных по производству и для производства дубленок. Значит, пояс здесь идет натуральная кожа, выполнен также в черном цвете. Я думаю, что это вообще правильное решение. Во-первых, уходит в тон пуговиц, и, конечно, в отделке используется финский писец. Английский воротник, он невысокий, небольшой, но вообще база груди очень удобная и комфортная. Я бы назвала даже это дубленка, знаете, в стиле пальто. Хорошие прорезные карманы, не увеличивающие бедро. И самое главное, посмотрите, как грамотно опять же сделано. Черные полосы, да, у нас идут по бокам, которые зрительно придают рост и сужают наше бедро. Данные дубленочки мы удлинили рукав, удлинили специально, потому что очень много запросов, и на ростовку выше 170. Напоминаю, у меня рост 168, ношу я 48 размер. Очень хорошая стоимость для данных изделий — 79 900. Обращаю ваше внимание, с учетом скидки для подписчиков Instagram. Шикарное изделие на пуговицах, это очень здорово, да, то есть здесь никаких клепок нет. И обязательно хочу показать вам сырье. Вообще вот в этом цвете очень мало шкуры, что изнутри, и то же самое вы видите снаружи. Никаких брюшек вы здесь не увидите, только шкуры первого сорта. Идем дальше. Следующую эту же модель, но я хотела бы представить именно в цвете олива. Он уже работал, вы с ним знакомы, но, в общем-то, кто не видел наши предыдущие репортажи, я обязательно покажу. В отделке также цвет оливковый, да, чернобурка, это финская чернобурочка. Длина изделия 125-130. Так, пояс упал. Вот. В данном случае пояс мы сделали пошире, чтобы была альтернатива. И на конце есть вот такая вот пряжка. То есть, в принципе, вы можете пользоваться как в первом случае обычным поясочком. Но сейчас я хочу показать, что, в принципе, пряжка по стилю здесь совершенно уместна. В сочетании чернобурка, тон в тон, идет практически, да, у нас к изделию. Это тоже здорово. Вот таким вот образом. И поясок заправляется, естественно, на спинке. Итак, полоса, которая, посмотрите, как грамотно сделана, она совпадает по тону с чернобурочкой, да, с воротником. То есть все в этой дубленке, вот мелочи, а они продуманы. Накладные карманы, но они не увеличивают бедро, потому что идут чуть ниже нашей бедренной части, и, конечно же, по спинке. Паты идут на рукавах, хочу показать работу. Паты выполнены из натуральной кожи, и также идет тесьма, которую мы видим на боковых швах, да, то есть, ну, в общем-то, изделие полностью продуманное до мелочи. Мне очень нравится, легкое и в то же время, конечно же, теплое. Ну, а мы, как всегда, будем ждать ваши мерки, объем груди, бедер и вашу ростовку. Таким образом, сегодня мы рассмотрели с вами данное пальто-дубленка в оранжевом цвете, цвет олива, а впереди у нас еще два цвета. Это новый цвет кашемир и, в общем-то, есть еще и песочный. Всего хорошего, а у ее мечты семьи «Олимпия», и мы идем дальше.